Очень хочется поздравить сегодня Светлану Михайловну Гончарову. У нее сегодня день рождения. Это учитель английского языка. Ей сегодня 77 лет. Вот мы ей сейчас споем прекрасную песню Александра Иванова «В час далекий от рассвета». В час далекий от рассвета, когда птицы крепко спят, летают только дети и счастливые парят. В час нечаянных находок, в ночь загаданных утрат, в центре города и года два беспутных пешехода заблудились до утра по всей округе. В окнах свет погашен, близкий путь. Давай покружим, свой маршрут нарушим. Давай еще свернем куда-нибудь. Как чудесно в переулках под качанье фонарей музыкальные шкатулки незаключенных дверей, и как трепетны во мраке, и внимают не дыша одинокие собаки, заблудавшие гуляки и ночные сторожа по всей округе. Шиллер бронзовый суров, как намек официальный на коварство и любовь. Нашей встречи опечален, как примерный семьянин. Он, конечно, гениален, но немного театрален этот важный господин. Ах, милый классик, да, немного поздно смотреть на звезды, сном не дорожа. Но как же ясен этот путь во мраке, где лишь собаки мы и сторожа. Как я люблю эти концерты!